Ночью 8 декабря Ликуд достиг соглашения с ШАС о должностях, которые партия получит в следующем правительстве Израиля. Ариэль Дери будет исполнять обязанности министра внутренних дел и здравоохранения, а во второй половине срока работы израильского правительства он будет чередоваться с председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем и исполнять обязанности министра финансов. Дери также будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра в течение всего срока полномочий правительства. В совместном заявлении, опубликованном переговорными группами партии, говорится, что ШАС получит Министерство религиозных служб и Министерство социального обеспечения и социальной защиты. Пока существует принципиальное соглашение только по позициям, и это не коалиционные соглашения.